Да, друзья, вы не ошиблись. Знаменитый город Каус. Каус, пожалуй, самый интересный и наиболее популярный город на острове Уайт именно благодаря своей парусной неделе Каус Уик. Вероятно, вы слышали. И давайте, друзья, сегодня мы с вами погуляем по предпраздничному, предрождественскому центру города Каус, и я вам покажу и расскажу несколько, по-моему, удивительных, потрясающих историй, которые связаны именно с этим городом. И я почти уверена, что сегодня я расскажу вам такие истории, которые вы, наверное, вряд ли слышали. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Впервые я попала в этот город в августе 2012 года, почти 10 лет назад. Вот сохранились мои такие фотографии здесь. Мы приехали как раз на неделю Каус Вик. Я показываю вам вот этот не очень-то удачный маленький причал, на котором я сфотографирована была. Мы тогда приехали с мужем Рентоном, и он мне показал с удовольствием вот эту вот неделю регаты в городе Каус. Я была просто сразу сражена и влюблена в этот город. Если кто желает, друзья, посмотреть мои фотографии, а их у меня огромное количество, именно регаты, как она проходит здесь и сколько там участвует всяких разных лодок, парусных, катамаранов и маленьких судов, то можете посмотреть эти все фотографии у меня на странице в Одноклассниках. Итак, город Каус. Каус в переводе на русский язык означает коровы. И очень странное название для этого парусного города, регат, Каус, потому что коровы-то здесь как раз никакого отношения к городу не имеют. И раньше город назывался Шемблорт. Но вот после того, как жители заметили некоторое сходство вот этой песчаной отмели, на которой находится город, сходство именно с коровой, и с 1413 года город был переименован, и так он теперь и носит это название Каус. И каждый год в августе месяце проводится в городе Каус ежегодная парусная регата Каус Вик, которая началась с 1815 года и считается самая крупная парусная регата в мире. Всего бывает до 40 заплывов за неделю. И вот я показываю вам вот эти маленькие пушки. Их тут много, больше 20 штук стоит на набережной. И как раз залпами этих пушек начинается старт каждой из регат. Все происходит красочно, очень красиво, пушки стреляют с таким дымом. Но, вы знаете, иногда происходят такие небольшие происшествия, которые радуют публику. Вот одно из таких происшествий, которое произошло ровно 10 лет назад, я вам хочу показать. Вот видите этот огромный супертанкер, который здесь почему-то оказался как раз в период регаты. И посмотрите, что сейчас произойдет с вот этой вот парусной лодкой. Вот видите, очень сложная история, очень неприятная, но как оказалось потом, никто там не пострадал. И всего лишь навсего, ну вот немного повреждена была яхта, и, конечно же, весь парус разорвался, зацепившись за корабль. Тут сразу же бросились спасатели, бросились на лодках люди, которые рядом находились. Ну а без таких происшествий, по-моему, не обходится ни одно практическое мероприятие. И зеваки любят такие случаи. Ну, а зевак здесь, конечно же, много. Я имею в виду зрителей. Зрителей на неделю Каус приезжает со всего мира от 100 тысяч и больше. И говорят, что
участвуют в этой регате более тысячи парусных различных судов и лодок, и также более 8 тысяч участников. Участники как профессионалы парусного спорта, так и обычные любители. Ну а зрители, конечно же, здесь с самого утра занимают места. Весь парапет набережной занят вот такими вот зрителями. И больше всего их, конечно же, на стартовой площадке, где расположены вот эти вот красавицы, маленькие пушки. Ими командует специальный вот такой вот человек, который поднимает флаги сначала и потом дает старт, то есть выстрел из пушек. Вот видите, я вам показываю свои фотографии, которые я тут делала 10 лет назад. Вот видите, у него здесь много помощников. Они поднимают флаги сначала, а потом каждая пушка выстреливает одновременно, потому что они, вот видите, связаны таким специальным устройством. Ну и, конечно же, больше всего зрители обожают вот этот вот старт катамаранов. И на самом деле очень зрелищное видео, потому что чаще всего бывают какие-то стычки, очень большая напряженность, участвуют все европейские страны. Я помню даже, я запоминала, на флагах там надписи есть, какой страны катамаран. Англия, Франция, Швейцария, Норвегия, Германия. В общем, вы знаете, очень много этих всех команд здесь. И больше всего, конечно, боролись между собой английские и французские катамараны. Ну и еще, перед тем, как мне перейти к основному, самому интересному рассказу, который у нас еще впереди, я, конечно же, хочу вам рассказать немного вот об этом все-таки клубе. Но это тоже очень интересное здание. Это клуб «Королевский яхт-клуб». Он был организован в 1826 году королем Георгом IV. И после этого стал вот уж больше 200 лет очень популярным в городе Каус. Это частная территория. Вот я только один-единственный раз смогла попасть, чуть-чуть немного пройти сюда за ворота во двор. Я показываю вам основной вход и с внутренней стороны вот этот вот королевский яхт-клуб. Это было месяц назад, не удивляйтесь. Они увиты диким виноградом. Ну и вы знаете, я, конечно же, подумала, ага, так вот где можно найти богатых женихов. Потому что члены этого клуба – это самые богатые английские джентльмены. Ну, может быть, не самые богатые, но очень состоятельные. И сам клуб – это самый выдающийся мировой яхт-клуб, члены которого, как говорят, имеют право бесплатного захода в любой иностранный порт. Ну, поэтому, конечно же, я сделала еще одну попытку, вот уже совсем недавно, опять зайти на территорию этого яхт-клуба, но, к сожалению, меня тут же остановил охранник, и второй раз мне так легко уже туда попасть не удалось. Но зато мне удалось попасть еще в один клуб в Каусе, который называется «Островной парусный клуб». И он открыт сейчас, вот украшен здесь специально в честь Рождества. Разрешили проход на территорию этого клуба. И можно даже зайти в кафе здесь посидеть, и реклама везде. Ну, наверное, потому что сейчас, конечно же, из-за этих локдаунов все выживают как могут, очень сложно. Ну и я, конечно же, решила сюда зайти и показать вам, как здесь все это выглядит. Давайте посмотрим. Удивительно то опять, что людей здесь, в этом кафе, посмотрите, ни единой души. Вот, по-моему, украшено все очень красиво. Декорации такие интересные. И ни единой души. Даже не знаю, друзья, что вам тут и сказать.
Просто давайте посмотрим. Ну и, наконец, друзья, вишенка на торте – долгожданная история, которую, я думаю, вы вряд ли слышали и вряд ли знаете. Так вот, именно здесь, в городе Каус, во время королевской регаты в августе 1873 года встретились родители Уинстона Черчилля. Я показываю сейчас вам вот этот белый дом, абсолютно ничем не примечательный, небольшой коттедж под названием Розетта. Так вот, он прославился именно благодаря родителям Уинстона Черчилля. И здесь даже сейчас, просто напротив этого дома, на тротуаре есть такая табличка, где и написано подробно, что в 1873 году сэр Рэндольф Черчилль, третий сын Джона Уинстона Спенсера Черчилля, седьмого герцога Мальборо, познакомился с Дженни Джером, и спустя всего лишь 3 дня они объявили о своей помолвке. Вообще, друзья, эта история, конечно, она настолько интересная, что я хотела бы немного об этом рассказать. Я нашла всю эту информацию в открытых источниках. Я не берусь сказать, что все там точно и правильно. История такая. Мать Уинстона Черчилля, Дженни Джером, вот она здесь на фотографии, красавица, известная дочь нью-йоркского финансиста, спекулянта и совладельца газеты «Нью-Йорк Таймс» Леонардо Джерома. О ней говорили, что она замечательная красавица и больше похожа на пантеру, чем на женщину. Леди Джером обладала ослепительной красотой. Дженни с семьей долгое время жила в Париже, а затем они переехали в Англию. Несмотря на все богатство отца Дженни, они никогда не входили в высшее общество английское. И вот это была большая удача, когда Дженни вдруг неожиданно на королевской регате встретила своего будущего супруга сэра Рэндольфа Черчилля, третьего сына Джона Уинстона Спенсера Черчилля, седьмого герцога Мальборо. И тут говорят, что деньги и красота произвели впечатление на Рэндольфа, и между ним и богатой красавицей стремительно вспыхнула страсть. Об их помолвке было объявлено буквально через 3 дня. Дженни на тот момент было 19 лет, ее жениху сэру Рэндольфу 24 года, и они казались очень счастливы, но вот не тут-то было. Заортачилась семья жениха, семейство Мальборо, они не одобряли настолько неблагородной и вдобавок американской невесты для своего сына. И в поддержку в Дженни вдруг неожиданно вмешался принц Уэльский, будущий король Англии Эдуард VII, сын королевы Виктории. Так вот, я почему вам так подробно об этом всем рассказываю? Казалось бы, какое отношение имеет Эдуард VII к этому семейству и тем более Уинстону Черчиллю? Так вот, Уинстон Черчилль родился меньше через 7,5 месяцев после свадьбы. И родился ли он недоношенным, или он был зачат до свадьбы, был зачат где-то на стороне, никто сейчас точно не знает. Но говорят все чаще и чаще, что Уинстон, скорее всего,
был зачат до брака, а не родился преждевременно. Когда уже спустя много лет Уинстона Черчилля стали спрашивать журналисты об обстоятельствах его рождения, он всегда с юмором отвечал: «Хотя я и присутствовал при этом событии, я не помню четко события, которые к нему привели». И вы знаете, в этом не было ничего необычного для возраста и класса, к которому принадлежала Дженни. Многие браки высших сословий заключались из соображений удобств, политики или денег, а уж никак не по любви. Ну, еще также слухи о том, что Уинстон Черчилль незаконнорожденный, подогреваются еще и тем обстоятельством, что сэр Рэндольф Черчилль был нетрадиционной ориентации, и считается, что вот он умер в 45 лет от сифилиса именно из-за вот этих своих пристрастий. Неизвестно, конечно, доподлинно, что конкретно думал по этому поводу сам Уинстон Черчилль, но вот интересно то, что о своем отце он практически нигде не упоминал, а вот свою мать Дженни он просто обожал. Хотя Дженни не была никогда хорошей матерью. И как это было принято в то время, она абсолютно не заботилась о своих детях, оставив этот труд многочисленным нянькам. Несмотря на раннюю дистанцию своей матери, Уинстон просто обожал Дженни. По его словам, она для меня светилась, как вечерняя звезда. И это несмотря на то, что она проигнорировала мольбы маленького Уинстона и оставила его гнить в оскорбительной школе-интернате, которую он ненавидел. Но вот Уинстон, тем не менее, писал позже: «Она все равно казалась мне волшебной принцессой, сияющим существом, обладающим безграничным богатством и силой». Уинстон пронес свою любовь к матери через всю свою жизнь. Он ей еще маленький писал из школы бесчисленные письма, умоляя его навестить. Но Дженни не торопилась это делать и крайне редко навещала своего сына в интернате. Но зато после того, как сын вырос, они с матерью стали крепкими друзьями и сильными союзниками, и Уинстон указывал, что Дженни для него была более чем мать или сестра, она была его политический ментор. «Мы трудились вместе как брат и сестра, а не как мать и сын», напишет в дальнейшем Уинстон Черчилль, и многие говорят, что это классический Эдипов комплекс, любовь сына к матери с сексуальным подтекстом. Говорят, что их близкие отношения и их дружба зашли слишком далеко. И чтобы как-то загасить вот это вот общение, Уинстон отправляется в качестве военного журналиста на Кубу, затем в Южную Африку, Египет, Индию и Азию в 1899-900 годах. Ну а 46-летняя Дженни через 5 лет вдовства в 1900 году вышла замуж за ровесника ее сына Джорджа Уэста, красавца капитана шотландской гвардии. Семья жениха была так шокирована, что даже не явилась на церемонию бракосочетания. Но клан Черчиллей поддержал невесту, а сам герцог Мальборо вел вдову своего дяди к алтарю. Они прожили вместе 12 лет лишь благодаря тому, что ее мужа Джорджа отец лишил наследства, и он, по сути, будет находиться на содержании Дженни. В эти годы Дженни стала хорошо известна благодаря своим многочисленным связям. И ее 33-летний сын Уинстон Черчилль, продвигаясь благодаря ее усилиям в политической карьере, получает пост министра торговли. Ну и последний свой, третий брак леди Дженни
заключила в 64 года в 1918 году. Ее мужем стал 41-летний колониальный чиновник, член британской гражданской службы, и он был моложе Уинстона на 3 года. Вот такая вот красавица, мать Уинстона Черчилля, которую он всю жизнь боготворил и которая его в основном и продвинула. Говорят, что именно вот он унаследовал от своей матери острый ум, прозорливость и способность никогда не унывать, в любой ситуации находить возможность опять и опять подниматься и идти в бой. А леди Дженни Черчилль умерла при странных обстоятельствах в 1921 году. Пока муж Дженни был в Африке, при странных обстоятельствах 67-летняя леди внезапно упала с мраморной лестницы, когда спускалась с очередного бала и была на высоких каблуках. Можете себе представить, насколько она была в хорошей физической форме, что в 67 лет она на балу танцевала на высоких каблуках и ходила по мраморным лестницам. Так вот, говорят, что она случайно подвернула ногу, поскользнулась, очень неудачно сломала себе щиколотку, у нее открылось кровотечение. После этого ей сделали какую-то неудачную операцию, и началась гангрена, и она в скорости умерла. Странная и непонятная смерть. И леди Дженни унесла с собой в могилу тайну, кто же все-таки был отцом Уинстона Черчилля. И сейчас многие поговаривают, что все-таки настоящий отец Уинстона Черчилля был именно Берти, принц Уэльский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Хотя злые языки поговаривают, что у Дженни в то время было много любовников. В то же время кто-то предполагает, что, возможно, это был граф Кинский, с которым Дженни также долгое время связывали тесные отношения. Сейчас уже, конечно, никто об этом сказать не сможет наверняка. Вот такие вот, друзья, тайны английской и американской аристократии начинают постепенно выползать из-под ковра. Я думаю, что вам эта история понравилась. А вот так вот выглядел этот же самый берег города Каус, по которому я сейчас гуляла с вами, только в конце 19 века. Ну и еще я нашла для вас фотографию. Это как раз перед самым Рождеством. Почти 8 лет назад мы посетили усадьбу Черчиллей. Это дворец Бленхейм, или по-английски произносится Бленим, родовое имение герцогов Мальборо, один из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии, который расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. С 1987 года памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и в 1874 году именно здесь родился Уинстон Черчилль. Ну вот видите, друзья, какой длинный сегодня у меня получился для вас видеосюжет. И уверяю вас, что я рассказала совершенно очень коротко. Не все, что хотела рассказать, потому что я поняла, что это и так слишком много времени занимает. Друзья, я очень надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к этому сюжету. И я жду ваши комментарии, как обычно. Я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя. Всего вам доброго. Еще увидимся. Пока-пока.